Ня-ня, с вами команда Digit Project. Сегодня мы снимаем мукбанг корейских популярных продуктов. Это токбокки, кимчи, гимбап, мясо и рис. И, кстати, у нас есть рамены разной остроты. То есть острое, более-менее острое и острое. И сегодня мы сыграем этот камень-ножницы-бумага, чтобы выбрать очередность и закрытыми глазами выбрать, какой рамен нам съесть. Раз, два, три. Это и снова. Все. И раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, теперь давай. Мы сейчас, то есть Даяна выиграла, мы будем перемешивать, чтобы она закрытыми глазами выбрала. Ты закрыла глаза? Да. Давай, иди сюда, выбирай. Скажи, посередине, справа или слева, трогать нельзя. Слева. Самый левый. Да. Хорошо. К сведению, Марина не может есть острые, а остались только почти острые. Я надеюсь, что попадется ей самый острый фильм. Чак-чак! Давай. Право, слева. Слева. Я никогда в жизни не пробовала этот рамен. Никогда. Я никогда в жизни не пробовала вот эти вот красные или черные какие-то рамены. Потому что у меня доширака говяжьего. Она всегда куриный есть. Это мой любимый рамен. То есть один из рамен. Слава богу, он не попался. Что, как? Какие были, я вообще не смотрела. Я тоже не смотрела. Я почти сейчас не интересуюсь. Почти. Отправление, слышали? Мы очень не ебой. Закрываем лавку, что это такое, что за корейка. Корейки. Совсем недавно у нас были съемки. Мы снимали Twice, Cry for Me. И вот, совсем скоро он выйдет на нашем канале. Быстрее, пиц. И... Бытья. И Мамаму. Она уже вышла, брата. А. Как он отвечает в комментариях? Пишите. Как Мамаму вам? В роли нас. Да. Это было... На самом деле, это было очень странно. Для меня лично, например, да. Потому что... Ну, честно говоря, съемки? Она пока, да, ну, нет, не съемки, а именно кайф. Сама жизнь. Да, сами Мамаму, то есть, я, конечно, против них ничего не говорю, имею в виду харизма совсем другая. Да. Из нас подходила только Изя. Изя вообще. Вот Изя, это ее, но не наша. И мы все просто, ну, постарались, конечно, но это было очень, как новый... Ну, как опыт, можно сказать. Да, как опыт. Экспириенс. Вот. Еще скоро у нас выйдет кое-что новое. В новом формате, можно сказать. Такого мы еще никогда не делали. И практически все ваши вопросы насчет нас будут там. Да. Так что ждите, не пропустите. И следите за нами в Инстаграме, на Ютубе. Мы очень надеемся на вашу поддержку. Также мы есть в ТикТоке. Да. Да. Все ссылочки будут в описании. Давайте интересный факт. Об каждом факте. Так, начнем с того. По сашису. Цвета. Ой. Цвета
Света козерог. Так. А у Светы очень много татуировок и проколов. И это выглядит очень эстетично на ее теле. И во время вот съемок или когда она одевается слегка открыто. Еще раз. И это выглядит очень эстетично на ее теле. Когда мы, например, снимаемся в женских кадрах, она вот часто открывает, не открывает, часто надевает руку, часто надевает открытую одежду, у нее прям жестко все клево выглядит. Кто она? Душа на память, так? Да, да, очень веселый человек. Со всеми найдет общий язык? Да. Даже если не найдет, то все равно найдет. Тянет этого человека к себе. Притягивает, а не тянет. Она учится на медицинском. И еще она почему-то, это очень интересно, подходит всем своим ролям. Что Хёнджин, Эль Джуниор, там не знаю, Кен из Бикс, там, допустим, вообще она всем подходит, я не понимаю как. Вообще, это очень необычно, можно сказать, потому что... Потому что мы не похожи. Нет, типа, все равно у кого-то все равно есть человек, который достался ему просто так, типа. Потому что никто ему не подходит, типа. Вот. И все очень интересно. Вика. Чукурушка. Она. Она очень талантливая. Да, она вообще огонь. Она танцует просто. Ты, бляха, я смотрю на неё на тренировку, ты типа, хочется провалиться. Она очень круто танцует. Она окончила хореографический в Улан-Удэ институт. И мы очень гордимся ею. Да. И очень рада, что она с нами до сих пор. Спасибо. 4 года целых она училась в другом городе и... 4 года она поддерживала связь с диджитами. Вообще, никак не прерывая их. Это так здорово. Потому что большинство все равно, ну, как-то... забывается. Да. Ну, все равно, как бы, у них все равно там другая жизнь. У некоторых. Но она приезжала же все равно. Ага. Еще она там стояла в одной команде. Адреналин Крю. Они все тоже очень крутые. Можете прочекать их. Да, реклама дали. Ссылочку оставлю внизу. А Андрей, платите деньги за это. Anyway. Ничего не надо мне от вас сойти. Дарина очень организованный человек. Я каждый раз удивляюсь, как можно жить вот так. Прям по полочкам. Я... например, так не могу. Маша человечек. Кайот. That's so cute. И мне тоже очень нравится, когда танцует. Да. Вообще. Я... я фанат даблов. Я фанат даблов 2016 года. И когда я увидела Машу впервые, я вообще... хорошо, ну, хардбрейкнулась. Тогда такое слово было модное. В то время хардбрейк. Ну, она была моим хардбрейкером, можно сказать. И ну, до сих пор она является для меня самым лучшим танцором. Вот и завершили мы наш переговор насчет дабл-ди. Переходим к дорогую судьбу. Сори, по старшим в пол. Да. Давайте про восьмерых. Нас было 8.
потом, ну, по обстоятельствам так получилось, что нас стало... Сколько нас стало? Стало 4, ну, было 5, но... Тоже личные обстоятельства? Да. Ага. Так как я же была самым старшим членом команды, она всегда присматривала за нами. Она очень ответственный человек. И очень ответственный лидер. И когда мы косячили, оставалось всегда ей почему-то видно. Ну, лидер. Ну да, лидер. Да, она наоборот не косячила. Да. Только я большинство. Ну, я, наверное. Вот. Дана. Дана... Кстати, Дана с Энджи вдвоем были овнами. И они... И разные. Вдвоем. Ага, они жестко разные. То есть одна такая боевая, там, жестко активная, жестко там... Скаби. Ну, короче, ага, ну, вы поняли, наверное, да? А Энджи была таким спокойным. Все раздумывала. Угу. Рассчитывала там. И Дана была нашим вторым лидером, можно сказать, ее правой рукой. И все наши танцы учила она. Ну, почти все. Ну, она всегда брала инициативу на себя, на ошибки там указать или там... Не знаю, что. Капец, он сырный. Кимини, плюс. Мин, кажется, наш трое, Энн. Наташа, мне ты говоришь. Ну, то Энн надо. Ну, ты? Ты. Ты, Наташа. Старая мужка, моя. Ты, потом Наташа, потом Аделина. Тася была. Тася, Аделина и ты. Yes. Семь. Эс, подожди. Энджи, Дана, Алина. Иза. Наташа. Наташа. Иза. Тася. Нет. Да. Да. Тася. Аделина. Марлина. Главное, Иза забыли. Самую на Франциско. Так, Дейдо, если шуэ. Бор. Ты про себя рассказываешь, да? А, не знаю. А, я вот так была. Почему-то я такая сильная. Алина, она очень... Неответственная. Шутка была. Алина... Молчок конкретный. Кажется, я вообще никакая. Подожди, я тупая. Ору. Вообще-то тяжело говорить, когда я чувствую. Она очень общительный человек, и с ней приятно общаться, и можно поговорить совершенно на любую тему. Вообще на любую. Я все. Алина... Она реально, она закратка мэнди, я прям помню, как в 1000, ну когда мы познакомились, все такие, ах, Алина такая, даже Сара, ну типа Диджи, такая, ну как по моей памяти, конечно, ну вроде как, такие слухи, ну так было, я же все говорили, то что Алина душевный, вот, ну она душевный человек. Ой, все, это вырежу. Она душевный человек, да, и с ней этот, можно поговорить по душам именно, ну, приятно. Вот. Ну, там скажет, смотри, все, ага. Дальше. Натаха. Да? Угу. Натаха. Она очень... Ой, запятка. Наташа, как сказать, такая тайная. Реально.
Я человек тайны. Но... Тогда тебе кажется, что ты ее узнал? Да. Ты узнаешь это с другой стороны вообще. Это не с плохой. Да. Это не плохой смысл. Вообще, человек сюрприз, можно сказать. Поехали. Еще Наташа кьют. Очень такой милый ребенок. Когда она пришла в Digit впервые, все думали, что она русская. А потом она как заговорила на якутском? Она чисто на якутском шпарит, короче. Аделина же не шпарит якутский. Аделина сказала, что за шарманский язык. Аделина, Наташа, что? Вот как именно, только якутская версия и женская. Реально. Да. Изочка. Он съел. Изочка. Ребятки, любимый. Изочка. Изочка, да. Вишенка на торте. Да. А мы... Торт. Торт. Мы... Торт. И она вишня. Уф. Голубника! Когда Иза пришла в Digit, она подумала, что она чутка... Взгляд у неё суровый. Да, девская, вот. И потом, когда мы познакомились поближе, она вообще открылась мне с другой стороны. Мне тоже. Очень... искренний и добрый человек. Вообще. Если я тебя люблю. Слушай, это было бы признание. Второй сезон отменяется. Как мы уже поженились. Она очень веселый человек. И у нее всегда в запасе есть очень много смешных историй. И мы... Когда-то Стасей вместе учили утреннюю группу, наши дети, и вы здесь вы смотрите. И у нас Стасей одинаковая татуировка, означающая нашу группу, ну, Dark Boss. По сути, мы все должны были сделать, но... Что-то не получилось. И из-за этого наши дети думали, то, что у нас Стасей... Серьезно. Нет, тогда мне нельзя было. Я же спрашивала маму. Она говорит, нет. Потому что мне 18 не было тогда. Ну вот, никогда не поздно. Он тоже человек настроения. Очень сильно. Вот. Ну, и она ответственная. Очень. Она очень любит учить детей. Да. Что записывайтесь к нам. Подвиньте. Вот. У нее, можно сказать, свой подход к детям. Это круто. Аделина, потом? Аделина. Ну, Марина, это Марина. После! Если это Аделина. Марина... Она... Как сказать? Как сказать? Ну, говори. Она макне группы, во-первых, и это очень чувствуется, можно сказать. Ну да. Да. Она на тренинг всегда такая активная, очень... Заговори, русско! Она всегда такая активная. Ну, типа, несколько лет, мне 23. Я прихожу на тренинг просто так, типа, блин. Иногда смеюсь, там шуток и все. А она прям... Ох! Ну, короче... Состояние всегда... Да. И прям жестко актив из нее исходит. Угу. Она очень круто танцует. Она прям как кореянка, можно сказать. Она была в одной команде со своим родным братом. Вообще не верила, что они родные, почему-то. Да? Вообще не похожи. Не, они похожи, как... но... Ну, не знаю, когда
Он представил себя, Миша Амосов, я такая, Амосов, за кого фамилия твоя? И потом ты, Марина Амосов, я же скажу, что... Я не женаты. Я думала, вы что, женаты? Вы сколько лет? Потом Миша сказал, что ты его сестра родная, я такая, она твоя сестра? Как в драме все было. И еще, когда вот я не ходила в диджит, ну, я одногруппница с Арданой, поэтому она прям с самого начала меня звала, ну, записаться. И записались Варя с Даной. И они всегда такие приходили с тренинг, такие веселые, там, рассказывали, что там, да как. И всегда рассказывали про Марину, типа, что здесь одна девочка такая круто танцует, там, мне только 14, и не танцует. И я такая жестко, ага, и она... Потом я... Через сколько пришло? Через месяца 4 я записалась, кажется, через 5 минут. И вот они все уши прожужжали у меня уже про всех детей, да? Про всех детей. Да. Про Изу, там, про Тась, про всех. Ой, я почти всех знала. Уже это, да? Но как будто бывала я. И пришла сначала на экзамен, и потом увидела ее. Она такая, говорю, привет. Я вообще такая... Она даже жестко почему-то миленькая была. Ну, в смысле, характером Игина тоже. Я сейчас, ну, обычная. Она жестко, как все русско. Привет. Ага, Наталья, Луи, такая, привет. Марина Игоревна. А Марина привет. Ай, моя ору. Я просто это так странно вспоминаю. Это вообще не помню. Нет, я помню твои супердлинные волосы, я думала, что очень красивая. Но... Думала! Ну, в смысле, ну да, это первое впечатление. Чего не тут? Ага. Ну, я тебя не помню, как ты танцуешь. Я вот это помню. А, ну вот это все помнят. Легендарное выступление. А Дуна им вообще... Вот этот концерт очень классный, кстати, был. Да. А, ну наш тогда выбрали, да? Давай, иди, ага. Да. Мы просто место выбрали. Нет, наш выбрали. Давай. Дарка. Вот концерт классный. А ну так, в Айбиде, ну вообще, это, когда нас учила... Вот тогда мы с Мишей были. И тогда нас учила Лия. Его слышка внизу будет. Не надо. Это секретно. Шутка. Вот, нас учила Сара, и это было очень, очень классное время, вообще самый лучший сезон, наверное, ну, один из самых лучших сезонов, еще лолдейты. Если вы смотрите, кто-нибудь из вас. Вот, тоже один из самых лучших сезонов было. Хочу быть ребенком, на самом деле. Хочу за это. Я очень хочу. Хочу испытать эти эмоции прям за экзамены, да. Да, и сейчас тем более мы стараемся. Детям, ну, всякие условия хорошие, в плане и зал, и выступления разные, там, пати, а у нас такого уже не было, ой, когда мы были детьми, у нас только концерт был раз в год или два раза в год, угу. А сейчас мы стараемся как-то... Что-то там разнообразить. Да. О, круг мероприятий, можно сказать. Блин, тоже хорошо будет ребенок. Хочу сходить на занятия. Экзамены. Вот экзамены это. У нас сейчас у нас вообще. Ай, как строгер. Где? Сейчас же скоритка у нас экзамены, да? Ну, из-за карантина? Сейчас. Наоборот стало. Но до карантина у нас вообще экзаменов не было, потому что у нас были постоянные подготовки к выступлениям, которые были на данном парке и так далее. По одному это вообще ужас. Да, у нас тогда по одному было или по двое максимум. Да. И там каждый месяц прям ту-ту. Там еще зал маленький был, и все такие сидели, вообще грамбар. Вот тут-тут-тут. Прям, да-да. А ты же когда танцуешь, ты начинаешь сзади и заканчиваешь впереди. Спереди. И прям вообще в лицо дышишь. Там на рынке. Или сандалии. Я еще помню, как я впервые пришла, ну, именно на вот именно на экзамен, и тогда мы сдавали этот icon apologize. Да. И, ну, охаряшку из Just Jerk. И когда это же было мое первое выступление, можно сказать, диджит. И тогда
было одно движение такое на полу, и у меня руки дрожали. И передо мной сидели Сара с Лией такие, я такая, на! А она с ней уже дружила? Нет, они прям типа просто угорали, кажется. А я такая, ясно. И потом я ей каждый раз это рассказываю, и Саре они не помнят. Я все помню. Дальше. Дистрикт 1. Марина. Марина, ага. Вот о Марине. По ней так и не скажешь. Совершенно противоположность своему, да, виду. Виду? Виду, ну, вот первое впечатление, мне кажется, то, что, типа, она строгая, очень прям... Серьезная прям. Серьезная, типа, от АД. А узнаешь, совсем другой человек. Сидит, смотрит котиков. Там, пингвиненков там. Мультики там. Мы вместе смотрели с ней Финис и Ферб в Владивостоке. Вообще, она очень милый человек, и вот иногда думаешь, что она не слишком проявляет свои чувства, но это вообще не так. Да. Просто ошибаетесь. Просто по ней это не особо видно, так она все воспринимает, как все эти. А еще она лидер Листер Ди. Да. Она еще, кажется, была лидером Завров. И Завров, и Диджей. Она с самого дебюта продвинутых, она лидер и до сих пор. Да. Я помню, когда еще меня хотели выбрать, это... Ну. Да? Варя — это жена Хичана и любовница Марка. Она еще очень сильно любила Чонгука, но она до сих пор любит, просто фигуки не очень об этом говорит. И да, мы вдвоем одногруппницами были, и тогда я была армией, можно сказать. Мне нравился Тхён, и Варя любила Чонгука, поэтому мы вдвоем были... Были на луну, да? Были вигуками. Были на луну. Я такой человек, который почти всегда добивается своих целей, что сказать. Вот, например, она хотела попасть на концерт NCT. Она попала. Два раза целых. И она слетала в Корею, это была ее мечта. И ну, она очень такой человек, который целеустремленный, да, можно сказать. Ну, серьезно идет, да. А не просто так, я хочу. Как мечта, типа, как я, например, ну, как бы же с вами говорить. А, мечтаю. Она должна, она типа. Все, четко. Да. И... Телефон или. Она вообще я пила так долго же. Когда мы только начали ходить в Digit, ну то есть я начала ходить, она была в GT. Это... Она уже была в GT? Да. И она... Вот, Аделина именно GT. А, вот она GT, да. И тогда во время концерта, кажется, да, вы танцевали Girls' Generation. Я не знаю, что вспомнила Даяну. Она была такая другая. Такая тростинка была вообще. Тростинка, а сейчас вообще. Нет, ну тогда ты вообще спичка была. Нет, сейчас она просто не одевает облегающую сильно. Ну, часто. А тогда жестко. Всегда же джинсы вообще скинни. А там почти по скинни, да? Ее почти скинни, ты мы-то. Я шаски. Черная. Не, ну тогда я хотя бы не как этот Абу бандитка какая-нибудь. Просто я даже, блядь, ой. Я даже сейчас могу так одеться, как в 2016. И я из них замечала только ее и Аделину. И Кура. Да, кстати. Вот только троих вот замечала. Почему-то.
И мне нравилась ее харизма очень сильно в этом мире. Pretty girl distant. Вот. Вот такой вот забавный факт. Да, я когда впервые пришла, была очень необщительной, можно сказать. Когда мы были в одной группе, она почти не разговаривала и держалась где-то в стороне. И Сара всегда ее подбадривала тем, что она очень хорошо танцует, и то, что у нее есть еще будущее. И она не ошиблась. Она сейчас из 3D. Она очень клево танцует. Да. Наверное, Сара ее кондиции. Гая. Юля очень красивая. Я считаю, очень красивая. Железа. Она очень... Да, и как сказать, очень добрая, слишком добрая, можно сказать. Как милосердная. Да. И когда вот во время Дипрочей, когда только основали Дипрочей, она была очень замкнутым человеком. Я ее до сих пор помню. Я еще помню один забавный факт. Когда вот, мы в мае же обычно ходим в поход с детьми. Ну, мы тогда сами были детьми. И там была цена одна. А тут скамейки были. Это где-то в Житае где-то было походу. И, в Житае были, да. Да, мы сидели, и там из одной группы только два человека было. Это была Юля и кто-то. И они вдвоем вышли. Юля, с Юлиного кармана упала вилочка. Я такая, ой, как опасно. Я до сих пор это помню почему-то. И? Ну, это страшно. Мила, типа, у нее в кармане вилка была. И она упала прямо на сцену, да. Когда она вдвоем, они вдвоем стояли. Это было так странно. И все такие смотрят. Ой, жестко смеются. Я думала, что это... Что вот так вот стоит. Опасничество. Шутка. Вот. Наина. Наина очень классно цвет тоже. Да, у нее энергетика вообще жесткая. И физнагрузка капец у нее вообще. У нее как будто жесткая бицепсы у нее. И вообще у нее как будто не этот, как сказать, энергия не заканчивается. Да, вообще. Прям, пускай у нее и занятие было, потом еще наша тренировка, она все равно всегда отдается. Ну да, капец. Я вообще не понимаю, как так. И да, мы тоже когда-то были в одной группе. И нас тоже учила Сара, и она была чунгуком. Ну, да, я ладно, и неудача. Да. На этом наш влог завершается. Всем большое спасибо за то, что посмотрели. Надеюсь, у вас поднялся аппетит, смотря на то, как мы кушаем. И надеюсь, вы услышали много чего интересного. Всем пока!